Всем привет, это канал Dupe's Tales, меня зовут Артём, а это комикс, я вижу тебя, часть третья. Приятного просмотра. Ни о чем не беспокойся, у тебя талант, отец сразу увидит это. Мистер Агрест будет с минуты на минуту. Может, водички, Маринет, выглядишь нервной. Я в порядке, Адриан, но попить было бы неплохо. Эй, а камамбер для меня? Фу, ну и вонь. Не представляю, как ты его ешь. Срочные новости. Наши источники сообщают, что видели акмонизированного злодея, зовущего себя Жнец, около Эйфелевой башни. Мы должны разобраться с ним. Но как же твоя подруга? С ней сейчас что-нибудь придумаем. Я так рада за тебя, Маринет. Ты очень много работала, придумывала все эти вещи. А теперь твой труд будет вознагражден. Эй, девочка, надеюсь, ты хорошо спряталась, а то у нас тут новая акума бегает по городу. Надеюсь, Леди Баг и Кот Нуар быстро с ней разделаются. Чмок-чмок. Аля, как всегда. Что случилось? Когда-нибудь она допрыгается, и ни я, ни кот не успеем спасти ее. Похоже на голос Тики. Тики? К вам, леди. Я... То есть, Маринет, это... Все нормально будет. А сейчас нам нужно как-то аккуратно трансформироваться и не потревожить Адриана. Слышишь? Кажется, они идут сюда. Ух, точно! Плак, прячься! Зачем? Просто скажи, кто ты такой, и покончим с этим. Я не могу сделать этого. Она не хочет, чтобы я знал ее тайну. Я должен это уважать. Так что прячься быстрее. Адриан, а у вас есть уборная? Да, там дальше по коридору. Спасибо. А я считаю, что нужно было поступить так, как сказал Плак. Согласны? Пишите в комментариях. Не забывайте заходить на Леди Блог, там продолжение комикса «Пятна». Все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал. Пока!